Международный женский день отметили не только представительницы человечества. Красноярских жирафов, Феклу и принцессу в честь 8 марта сотрудники парка флоры и фауны угостили огромным весенним тортом из фруктов, овощей и комбикорма. Самки, впрочем, скромничать не стали, быстро расправились с угощением, а вот самцу Байтереку оставалось только наблюдать за трапезой из соседнего вольера. Все посетители зоопарка могли посмотреть на праздничное кормление и послушать лекции о животных.